Так сотрудники коммунальника трудятся на улице Брестских дивизий Краснознаменной. Обрезка сухих веток или спил аварийно опасных деревьев в самом разгаре. Чтобы не случилось беды, специалисты коммунальных служб каждый год занимаются данной процедурой. В городе на этот период запланировано порядка 245 адресов. На данный момент выполнено в районе 40-50% от общего объема. Потому что заявок много, по многим адресам идет не одно дерево, а целая улица даже местами бывает. В городе тоже достаточно много у нас аварийных деревьев. Много деревьев удалялось по набережной, тополя подверженных и на Гоголя, где ведется формовочная обрезка, параллельно удаляются деревья, которые были признаны аварийными. На Машерово было несколько аварийных деревьев, тоже удаляются. Почти на каждой улице присутствует аварийное дерево, которое мы стараемся в отведенные сроки запланированы удалить. При работе с автогидроподъемником запрещается работать на высоте, когда скорость ветра достигает выше 10 метров в секунду, на высоте 10 метров. При необходимости валки земли, получается, тут еще погодные условия такие, как ветер, мороз, туман, ограниченность видимость и ограниченность пространстве. Вот эти факторы учитываются при валке в городских условиях. По каким принципам ведется обрезка деревьев в нашей съемочной группе, пояснил специалист предприятия «Коммунальник», который отметил, что выполняются работы в соответствии с планом, утвержденным Брестским городским ЖКХ. В случае обращения граждан при необходимости и целесообразности обрезка и спил того или иного дерева также включается в этот план. План и формируется на основании вызов людей. То есть мы в период, когда дерево ведет активный рост, это осень, лето, весна, лето, осень, мы формируем план заявок от людей по службе 115 или обращения, которые нам приходят напрямую, формируется список, мы этот список согласовываем с состоящей организацией, с горисполкомом, и в период с осени по весны мы его выполняем. Самый радикальный вид обрезки деревьев – омолаживающий. С наступлением весны они приобретут красивый молодой вид. А вот что касается срубленных деревьев, то вместо них будут посажены новые представители флоры, которые дополнят образ Бреста и подарят ему еще больше зеленого шарма и изыска.